2009 год. Чего нос повесил? Ты не знаешь это место. Мы сейчас так развлечемся. Представляю. Я разгадал головоломку, Дефо. Какую? Этот подонок знает нас. Он давно знает нас и теперь преследует. Из-за сотрудничества? Какое еще сотрудничество? Я же говорил, что что-то скрывается за этим. Я говорил. Вот тебе, пожалуйста. Ладно, а зачем он преследует нас? Этого я не знаю. Но отныне я буду преследовать его. Поехали. Сегодня мы возьмем этого подонка. Алло! Тебе еще долго ждать? Поехали! Алло! Алло! Арибей, этот детский дом. Вы именно там видели Эзеля? Да. Этот подонок листает страницы нашего прошлого. Зачем? Сейчас сам у него спросишь. Сегодня важный день, Тефо. Дави на газ. А куда мы едем, Алибей? В одно заведение в Аксарай. Дверь в счастье называется. Джингис был там с Омером. Вместо Омера он нашел себе нового дружка Эзеля. Дурак. Но сейчас я расскажу ему, кто этот Эзель на самом деле. Я ему расскажу. Но если вы так решили, то это значит, что Эзелю нужна помощь. Эзель, услышь меня. Они зовут тебя, чтобы втянуть в болото. Они вспомнят тебя. И тогда будет худо. Ты хочешь простить их, племянник. Потому что простить означает забыть. Ты вспомнишь о прошлом и захочешь простить их. Не пытайся напрасно, племянник. Они ударили тебя кинжалом в спину. Не верь им, иначе сам похоронишь себя. Ну-ка, спой для меня. Я хочу сказать тебе, партнер, мы одиноки, одиноки. Чем дальше ты бежишь от кого-то, тем более одиноким становишься. От тебя сбежала женщина?
Знаешь, я... Могу заполучить любую женщину, которая мне понравится. Добро пожаловать. Тише. Бери это твое. Только прошу тебя, сиди и помалкивай. Твое дело молчать, поняла? По-твоему, кого из них убедить сложнее всего? Кто из них крепкий орешек? Кто? А если она не согласится? Может, у нее есть хозяин? Это мое самое любимое занятие. Отбирать. Отобрать у кого-то. Самое приятное дело. Что ты написал ей? Ну, говори, красавчик. Ты написал, что если я пойду с тобой, мне больше не придется возвращаться сюда? Как это понимать? Я скажу тебе, когда буду уходить. Я могу заполучить любую женщину. Но есть одна проблема, партнер. Как мне решить ее? Они не нужны мне. Мне нужна только одна женщина, которая покорила меня с первого взгляда. И в чем проблема? Она любит другого.